приехали на клубничную ферму. Это уже другая, не та, что была в прошлом году. Самому? Да. А можно купить? А можно покупать. Уже собрано. Ну, мы сейчас, наверное, прикупим уже собранную, чтобы не терять время, да, и едем домой. Сейчас посмотрим, сколько она у них стоит. Клубничка. А поля вот туда, да, можно пройти? Там у них поля. Там, наверное, не только клубника. Подожди, а я, наверное, нельзя ехать. Вот там можно зайти, видишь, вон там поля. Давай посмотрим. Можем мы пройтись, кстати, вон крыжовник там есть. Смотреть, может, крыжовника собрать можно. Да, и вот там ягоды еще можно. А, нет, сюда, правильно. Вот сюда, да. Вот там сады смородина, малина у них. Курочки вон гуляют, можно яйца купить домашние, значит. Да, можно. Да, вон курочки. Children welcome, вон. Есть, вон, вот там курочки. Наверное, не видно. Ну, сейчас выйдем. Снимаю поближе. Вон, курочки бегают. Впереди, да. Значит, яйца домашние у них есть. Вон, дети ходят. Да, вон, смотри, курочки. Да, там можно идти и собирать. А здесь вот домик. Сейчас выйдем, посмотрим. Сейчас пойдем посмотрим. Вон курица, да. Значит, у них будут спросить купить не яйца. Не трогайте сетку, она под током. Под током ты хочешь? Да, вон она натянута. О, сколько курочек у них тут, рыженьких много. Смотри, какие прикольные. А вот там, по-моему, малина. Смотри, Женя, сколько малины красной много. Пособирать малинку бы пройтись. О, бегут. Всегда голодные курочки, да. О, какие красивые. Бегут. Там у них курятник. Бегут, и там смотри. Вот еще есть поле с курочками. Бежит. О, смотри, какие. Бегут, думают, мы пришли их кормить, да. Как она бегит, бегит. Бежит, бежит, да. Как? Пойдем спросим у дедушки яйца. Им жарко, пить хотят, наверное. Какие, да, рыженькие. Ой. Они пить, может, хотят? Нет, вот вода у них есть, но они пьют. Да. Слышишь, как курочки разговаривают? Да. А вот черная смородина. А я нашла перышко. Идем спросим сейчас клубничку. Перышко, да. А здесь у них малинка. Посмотрим. Да, малина. Уже красненькая малинка. Мне солнце светит, я... плохо вижу, что я снимаю. О, какая малинка. Попробуй, попробуй. Чем мыть надо? Сладенькая, вкусная. Там много ем. Оскар! Что случилось, зайка? Пойдем, не трогай, Оскар. Пойдем спросим у дедушки клубнику и яйца на горку. Да? Ну вот, пойдемте. Да, Оскар, курочек много там в хозяйстве. Ты можешь пока выключить, потому что идти далеко. Ладно, да, выключусь. Когда мы туда придем. Вот они здесь и елочки выращивают. Ну вот, а нам туда, на поле. Идем, Оскар. Трактор тут, да. И трактор тут. Побежали. Жарко сегодня. Ну, может, кому-то покажется не жарко, 28. Вот опять пригрело у нас хорошо после дождей. Так, а что у них тут? Елочки, по-моему, у них тут были. А, пампкинс, да. Там тыква они выращивают. Тыковка растет. В октябре написано, будет готово. К Хэллоуину, да? Что там написано? А, те не собирать, да. Подожди, вот ягоды. Да, подождите, там тыква сюда. Дальше, да. Зай, подожди. Илон. Пойдем туда, вперед, наверх, там большие. Угу, тут тоже все вот ходят, все красненькие ягодки. Тут маленькие. А мы пойдем поищем более крупную ягоду. Вот здесь тыква растет. Тыковка. Клубничку. Довольно много ягодок. Тут вот мелкие, но сладенькая она. Да. Что, будем собирать коробочку. Одну, наверное, соберем, одну прикупим, да?
Вот. Бери. Вот ягодка. Вот Ломка собирает. Вот красненькая какая клубничка. О, какая большая, да. Смотри, какая красная. Что собирайте. Угу. Там смотри, какая красная. Много ягод. Она уже сама даже отвалилась у меня в руки. Да, Артурик? Попала туда тапка. Палка. Ну ничего страшного. Клубничка. Смотри, Илона, ты поднимаешь ягодку вот так. Так уже почти полная коробочка у Илоны. Молодец. Да, много вот здесь дальше. Чем дальше идешь, тем больше крупнее ягоды. Тут меньше люди ходят, да. Ну какая красота. О, много ягод, да. И все они сладкие такие. О, какие тут заросли. Огроменные. Угу. Ну вот, пойдем еще дальше. Тут собирать и собирать. Вон сколько ягоды прям лежат уже на этой вот соломе. Гниют уже ягодки. Какая красота. Да. Хорошо пособирать можно ягод. Подгнившая ягодка. Ладно, пойду собирать, а то мне телефон мешает, буду собирать. Набрали полную коробочку небольшую. Сейчас пойдем еще там прикупим, наверное, одну, да? Тут можно целое, не знаю, ведра собирать. Угу. Крупная ягода и очень-очень сладкая. Да. Я уже попробовала одну, прям вообще во рту-то. Не сравнить с магазинной, та все-таки кислей. Не, ну бывает так, попадешь. Нет, в магазинную мы брали, там в Теске как-то покислей. Ну, когда мы за прошлой неделе брали, наверное, в Азии взяла или где мы брали? Или в море, в Теске, да, была довольно сладкая тоже ягодка. Ну вот, так что пошли мы теперь пойдем туда, к дедушке, и прикупим еще, может быть, яйца, и возвращаемся с полей. Снова идем мимо куриц. Папа решил покормить куриц. Ага. Папе нечего делать, он решил покормить курей клубничкой, да? Которую мы собирали. Папа! Да я! Смотри, как они ее съедают. Дерутся за клубнику. Ну правильно, витаминки. Зая. Я не думал, что они клубнику едят. Они огурцы любят. Огурцы? Да-да. Огурцы они любят. По-моему, яблоки даже. Ну все, идемте. У меня бабушка в деревне давала курицу всегда огурцы такие перезрелые. Они семечки. И они, да, пополам разрезаешь, им даешь. Вот они. Кушают их. Килограмм клубники 4,18 фунта. Ready picked, это уже собрано. 5,50 килограмм. Малина 5,50. Крыжовник 4,18 и черная смородина. А нет, наоборот, пикья он сам собрал 4,18, а Ready Pick, ну правильно сказал, 5,50. 2,50, 5,50. Ну вот, такая вот у нас была сегодня поездочка на ферму. Илона с Оскаром побежали малину уже собирать. Вы малинку собираете? А там вот смородина, черная смородина. Но смородину мы как-то не любим. Угу. Ну, такая вот, как основа, основание. Смородина. Ну, смородину я как-то, не знаю, ни я, ни мы как-то вообще не любим черную смородину. Из нее, наверное, лучше всего компоты ставить. Или варить варенье. На любителя она. Малинки много. Но малинка еще не совсем зрелая, я бы сказала. Еще надо подождать. Вот она только начинает созревать, малинка. Малина, да, рапсберис. Малина. Ну вот, такая вот ферма.